Музыкальный бизнес может быть очень запутанным, особенно поначалу. Я хочу сэкономить твое время и силы на поиск нужной и достоверной информации. Поэтому я собрал все самые главные пункты в одном курсе. Изучая музыкальный бизнес, я прочитал множество книг, прослушал сотни часов подкастов и просмотрел бесконечное количество видео на YouTube, и зная, сколько это может занять времени. Не только поиск нужной информации, но поиск достоверной информации. Я сам выпускаю свою музыку и получил эти знания на собственном опыте, а также помогаю другим артистам продюсировать и выпускать их музыку. Поэтому я решил создать структурированный курс, который позволит тебе разобраться в публикации и продвижении своей музыки в современном музыкальном бизнесе. Курс, который покажет тебе весь процесс выпуска музыки от А до Я. Чему ты научишься в этом курсе? Как подготовить свою музыку к выпуску? Как зарегистрировать свои права и как получать вознаграждение? Ты научишься разбираться в стриминговых платформах, например, Яндекс.Музыка, Spotify или Apple Music, и как публиковать свою музыку на них. Узнаешь, как работают дистрибьюторы и авторские сообщества, а также научишься пользоваться современными инструментами продвижения музыки онлайн. Если ты артист, который хочет научиться публиковать свою музыку онлайн и попасть на стриминговые платформы, если ты хочешь научиться регистрировать свои права и собирать вознаграждение с онлайн-прослушивания твоей музыки, если ты хочешь научиться продвигать свою музыку онлайн, то этот курс для тебя. Для этого курса тебе нужны готовые аудиозаписи. Под готовыми я имею в виду, что они записаны и сведены в хорошем качестве. И, конечно же, желание сделать еще один шаг к своей заветной мечте, чтобы твою музыку могли услышать люди по всему миру.